Резьба по дереву – это прежде всего ремесло. Вы к нему должны относиться именно таковым образом. Серьезно, ответственно. Резьба по дереву – это прежде всего воспитатель, это наставник. Что такое мастер, что такое начинающий человек. Разница лишь в том, что мастер – это более человек обогащенный информационно и опытом. Следовательно, мастер прежде всего показывает, направляет и наставляет. Главное в резьбе по дереву, как в любом другом начинании, человек прежде всего должен максимально напитаться и понять, что терпение и труд приведут к позитивному результату. Может ли на первом человек сделать занятие изделия? Да, может. Да, это будет где-то небрежно. Да, это где-то будет ошибки. Хотя, как показывает практика, многое зависит от того, насколько человек аккуратен. Если человек аккуратен, если он внимательно смотрит, не торопится, результативность будет очень высокая. Когда-то в свое время, когда после того, как я родился, я подошел к определенной отметке, возраст 6 лет. Я своими родителями был передан куда? В школу. Для чего? Для того, чтобы учиться грамматике, правописанию, изучению букв, изучению цифр и многому другому. Если бы я этому всему не научился, следовательно, я что? Не умел бы писать, не умел бы считать. Точно так же и в резьбе по дереву. Есть определенный алгоритм действия, такой как осваивание инструмента, следовательно, осваивание линий, осваивание чего? Выемок, разных и многое другое. Я больше акцент ставлю это на мыслительности. Почему? Потому что основной упор, на чем я ставлю, да, это бессомненно рельеф, это плоский рельеф, это объемные виды, ажурные и многое другое, но больше это комбинированность, объединение между собой тех или иных видов резьбы. Потому что нельзя стоять исключительно, если это рельеф, исключительно заниматься рельефом. Но прежде всего человека думать, именно думать. Какие, в принципе, навычки должен иметь человек, который хочет заниматься? Желательно никаких. Вообще, как правило, система, как и образование, как и периоды времени, вернуться 100 лет, 200 лет назад, 300 лет назад. Не все же приходили и начинали учиться задатками человека, который имеет художественные какие-то предпосылки. Нет, нет. Напротив, когда человек не умеет ни рисовать, ни лепить, он более свежий. У него более представление, более простое, фактически, если упростить, вообще никакое. Он просто представляет, он мог бы, он хотел бы, у него желание. Всему последующему можно научить в процессе, показать и объяснить. Но главное, на чем следует как бы акцентировать однозначно внимание, в особенности в первых шагах, это чтобы человек раскрылся. Но изначально особый и конкретный акцент на что ставится? Это техника безопасности, это процесс формирования рук. Тогда, когда человек все это своеобразно обуздал, лишь тогда он может приступать к осваиванию орнамента и всего последующего. Потому что, по большому счету, нет ничего невозможного, потому что все возможно. На занятии мы вам предоставляем все полностью. А именно, и досточка рабочая, которой материал является и называется липа. Соответственно, инструментальную часть, 4 предмета, которые человек начинает в первых шагах своих фактически осваивать. Как правило, и жизнь, и практика, миллионные опросы, которые мы осуществляем в разных соцсетях вместе с компанией «Строя», как Адольф Юрьев, показывает следующее, что люди очень часто обольщаются на такие моменты, как условно торговые площадки, которые предоставляют стамески, дешевые, где-то допустимые. Конечный результат, все равно все эти люди приходят к нам. Почему? Потому что Адольф Юрьев, компания «Строй», предоставляет как и стамески, и все прочие последующие услуги ровно в качественности и в ответственности за то, что мы делаем. У женщин очень часто впечатление складывается, что у них не получится. В том-то и дело, что женщины более старательные, аккуратнее относятся к тому или иному, порой даже нежели мужчину. Потому что женщины, у них как бы инстинкты чуть другие, нежели у мужчины. Но опять-таки же, люди разные по природе своей. Люди разные по природе, и не только природе, но изначально в своей воспитательной форме. Почему? Потому что, допустим, более коммуникабельный, либо более агрессивный человек может, к примеру, условно торопиться в тех поставленных задачах, которые ему ставятся. Другой, наоборот, более кропотливее, более усидчивый, более медленнее, но, следовательно, результаты его показывают, что он делает более чище. Из практики своей с ребенком в год и 10 месяцев, это мой сын Александр, с которым я начал заниматься, но по состоянию на сегодняшний день ему фактически 6 лет, то, в принципе, это может каждый.
все просто. Так что здесь женок никоим образом нельзя выделять, либо говорить, что, допустим, они хуже сделают, нежели мужчины. Женщины, девушки, подростки, порой их результативность гораздо выше, нежели у мужчин. Не потому, что мужчины хуже. То есть здесь нельзя судить об этом. Кто-то хуже, кто-то лучше. Многое зависит от того, что вы делаете, прежде всего. Если вы делаете что-то оригинальное, экстраординарное, без сомнения, это найдет и своего потребителя, и человека тот, который хочет этим владеть. Что такое изделие? Изделие – это, прежде всего, когда человек хочет владеть им. Именно владеть. А чем человек хочет владеть? Тем, что отличается от всего того сегмента, который предоставляется. Как показывает практика, последних 5 лет, даже не 5, в рамках 6-го года, у меня конкретно 22 резчика. Ребят я брал вообще с нуля, у которых не было ни представления, ни умения, ни многого другого. С ребятами, с которыми я занимался и занимаюсь по сегодняшний день, мы исключительно делаем продукцию на экспорт. То есть в рамках моей страны, Украины, мы даже стараемся не предоставлять. Многое, прежде всего, зависит от того трудолюбия, от тех самых целей, задач, которые человек ставит перед собой. Почему? Потому что человек, посещая двухчасовое занятие, что такое вообще 2 часа, если его разобрать? Это весьма очень немного. Есть основные задачи, цели, которые ставятся. Человек, следовательно, упражняясь дома, подчеркиваю, именно дома, тренинги, тренировки, которые приведут к позитивному результату. И совместно, вместе, сообща, мы преодолеем все это, и человек в обязательном порядке научится. Нет такого понятия «не могу, не получится», есть понятие «не хочу». Вот когда не хочу, тогда оно не получается, а в целом это может каждый. В принципе, основной сегмент изделий, заготовок на курсах предоставлено весьма очень много, начиная от элементарных тренировочных досточек, соответственно, разных коробочек, пеналов, щиты, тарелки, ложки, сундучки, пеналы под вино, столы, кроватки, элементы декора, без разницы. Ввиду того, что у нас основательно функционирует столярный цех, мы можем разработать по просьбе того или иного клиента, либо человека, любую фактически заготовку, в этом нет проблем. Как я ранее, в принципе, озвучил, заниматься резьбой по дереву можно и с 1 года. Когда ребенку год, основное правило по детям, в особенности подчеркну, это прежде всего введение в среду. Ту самую, где происходят данные мероприятия и события. Если, соответственно, он введен, постепенно, вольно-невольно, ребенок проявляет либо в самом деле интерес, либо если ему это чуждо, значит, он просто не проявляется. То есть дети без проблем вообще. Но опять-таки же, строгость и многое другое, которое так или иначе проявляется, проявляется прежде всего обоснованно. Причина банальная. Потому что ребенок, как и взрослый, работает прежде всего это с острыми стамесками, которые так или иначе в конечном результате могут привести к травматизму. Строгость, настойчивость и послушание – это должно быть присуще 100%. Расхлебанность, непослушание является недопустимым. Почему 100% ставится акцент на внимательности и послушании. Как показывает мировая практика, почему наши воспитанники имеют очень высокую результативность, это, скорее всего, из-за простоты. Я являюсь не высокосказанные слова, а в реальном положении я являюсь основателем комбинированной геометрической резьбы, которая позиционируется по всему миру. В мировом представлении геометрическая резьба – это просто в порядке 14-16 приемов, которые являются, как для меня, просто геометрическую резьбу обесчестили. Я просто человек Адольф Юрьев, который заявил на весь мир, что геометрическая резьба не может в себе нести 16-18 приемов. Моя техника безопасности, которая даже с точки зрения работы, которую я показываю, отличается кардинально от всей европейской и мировой практики техники безопасности в работе. Почему? Потому что мы работаем исключительно с контролем рук, исключительно технически. Да, мы вращаем заготовки в руках, несомненно, мы их не зажимаем. Да, на первоначальных этапах это все усложняет, но как может стать чемпионом мира человек в том или ином виде спорта, если он не тренировался? Если он с него не стекал пот? Точно так же и здесь. Терпение, усилия приводят к очень высоким результативностям. И главное, геометрическая резьба, которую позиционирую я на весь мир, она не может в себе содержать 14-16 приемов, как об этом говорили 2000 лет назад.
Она, как правило, содержит 3-5 тысяч приемов и по возрастающей. Но геометрическую резьбу я распространяю исключительно слово альфа, без завершающего слова омега. Почему? Потому что в нем есть начало. И вы, как создатель, только вы можете сказать, что здесь конец. А то самое разнообразие, которое несет в себе комбинированная геометрическая резьба, это Вселенная. Это можно обозначить своеобразно безумием, да, несомненно, но это не безумие. Это Вселенная. Компания «Строй», прежде всего, это мощнейшая компания, которая несет в себе производственный сектор. У меня команда Адольфа Юрьева, которая является коллективом тоже далеко не маленьким. Я, как представляющий команду человек, и в частности Адольф Юрьев, объединяя все это воедино, мы получаем гремучую смесь. Именно гремучую. Гремучая смесь, прежде всего, состоит в объединении людей, которые идеологически объединены общими взглядами, идеями, целями и задачами. Во-вторых, мы являемся специалистами своего дела. С друзьями мы дружим, а работаем мы с квалифицированными специалистами. Мы знаем хорошо, что мы делаем, как мы делаем и к чему мы идем. У меня случился пожар в мастерской. Загорел мой инструмент для геометрической резьбы. Я выполнял заказы, я оказался без инструмента. Я начал искать любого производителя, кто мог бы фактически предоставить. Я мог бы купить инструмент, чтобы срочно продолжить заказы. А что получается? Я начал мониторить, по большому счету, всех мировых производителей. И Фейл, и Киршин, и Нарекс, и многие, и внутренние, и свой рынок, и других стран. И оказывается, целевого этого инструмента никто это не производит. На уровне слов только могут рассказывать. Все эти наборы для начинающих, особенности для геометрической резьбы, которые предоставляются, я был шокирован. От чего прежде всего? От того, что это вообще не по назначению инструмент. Не по назначению. Соответственно, я познакомился с компанией «Строй». А в частности, Любовь Ивановна, руководитель компании «Строй», который, в принципе, я рассказал всю проблему и все видение того, как вообще должно происходить в геометрической резьбе, в особенности в комбинированной. Любовь Ивановна, естественно, это все очень внимательно послушала, взвесила. Прежде всего, в свое время то оказанное доверие, которое компания «Строй» оказала, вот именно поверив и доверившись, за это, прежде всего, выражаю человеческое спасибо. И не только я один. Люди по всему миру выражают. Почему? Потому что, пользуясь инструментарием, мы прекрасно видим, какие ребята показывают результаты. И на основании, в принципе, всего данного, компания «Строй» по моему инструменту, по рекомендациям, так или иначе, вела линейку Адольфа Юрьева, которую начала производить и которая начала предоставляться, подчеркиваю, по всему миру. Не без этого. Где-то есть определенные погрешности, где-то какие-то технические изъяны. Не без этого. Почему? Потому что инструмент мастера делают вручную. Но в целом линейка является очень полезная. Именно линейка IU. Также добавляемая на более стамески это отлоги, допустим, для более рельефных моментов и многое другое. Так что знакомство с компанией «Строй» это сколько? 4 года, 5 год. Мы вместе сотрудничаем за все это время посещения многих выставок, это презентации. Это посещение нас и меня, и компании «Строй» всецело. Это делегации с Америки, из Германии, из Канады. Много-много кто приезжали. И слава богу, вот так вот работаем, только вперед и вперед, вперед. Слава богу, пришли к тому самому обозначению, что международный учебный центр, который сформирован совместно компанией «Строй» Адольф Юрьев, который идет только к развитию, дальше, 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 дальше. Мы те самые люди, которые отвечаем за то, что мы делаем. И как мы делаем? Мы являемся отзывчивыми. Почему не только выставлены контакты менеджеров, точно так же везде выставлены мы и прямые контакты, где люди, либо человек, либо группы свободно к нам обращаются, и в силу нашего понимания и знания мы всегда идем навстречу, всегда разъясняем, поясняем и всегда, в принципе, призываем к совместной работе. Раньше, наверное, это была задача фактически донести до всех учебных заведений мысль того, что необходимо реформироваться. Как показывает практика на сегодняшний день, еще совсем немного, и государственные заведения, те, которые есть сформированы, мы их просто сломаем. Почему сломаем? Потому что на сегодняшний день будут открываться в нашем лице это классы и скульптуры, это и художественное, изобразительного прикладного искусства и многое-многое другое. То есть подтягиваются мастера разнопрофильные. И все это с компанией «Строй» мы объединяем в одно лицо, в одно дело. Соответственно, более усиленно будет обращаться внимание эта лекция
Европа, это Америка, куда мы получаем с компании «Стрей» на сегодняшний день приглашение. Ну и дальше больше, дальше больше. Я как человек, который занимался вообще по жизни аксессуарами, именно аксессуары, сам Господь Бог положил ровно все так, что мне довелось и доводится по состоянию на сегодняшний день это заниматься иконостасом. Человек может всю жизнь заниматься и скульптурой, и рельефной объемной резьбой, к примеру, условно, но его никогда не коснется иконостас. Только подчеркиваю главный момент, иконостас я делаю сам в резьбе. У меня нет помощников по резьбе, потому что у меня идут проекты, допустим, я в рамках... Последний, который сдавал по проекту, это 2 года 8 месяцев, то есть 3 года почти, я его вырезал сам. Без помощников, с кривой доски, доска с ковой была и прочее. То есть, а какие проекты могут быть больше? Оформить квартиру, дом, замок, это все чуть не то. Иконостас – это то, что остается в веках, и то, что остается после нас, это наследие. И если поставить упор, допустим, резная мебель, в силу нашего времени, именно 2020 года, очень есть сильный прогресс определенный, чисто технологический, 3D-принтеры, ЧПУ, робототехника и многое другое. Но, подчеркиваю, тогда, когда люди обольщаются, что, допустим, можно удешевить посредством применения робототехники, наоборот, все напротив. И мой конечный ответ на основании жизненной практики, ввиду того, что я занимаюсь 19 лет резьбой по дереву, оформительностью, мне 38 лет по состоянию на сегодняшний день, и я этим постоянно занимаюсь. Как вы думаете, если бы посредством данного нельзя было жить, либо так или иначе давать определенные развития, финансовые, многое другое, тем или иным ребятам, занимался ли бы я данным? Наверное, нет, скорее всего. Почему? Потому что, даже изъясняясь весьма очень просто, что любая идеология нуждается в ежедневном хлебе. Что бы ни говорилось, но это можно. Но вы должны понимать и осознавать главное. Если вы один, один в поле не воин. Почему? Потому что, как и в Ютубе, допустим, на своем канале, я всегда людей призываю, так к чему? Объединяться исключительно в команды. Если вы объединяетесь в команды, следовательно, отсюда у вас и возникает определенный рост, доход и многое прочее другое. То есть, посещая наши занятия, да, это возможно. Почему? Потому что мы имеем непосредственный прямой контакт. Потому что, так или иначе, ребят, которых мы рассматриваем, мы смотрим их не потенциал, что впоследствии они могут делать. Соответственно, если есть определенный потенциал, мы предоставляем так или иначе заказы, работы, соответственно, стараемся людей вытягивать. Подчеркиваю, наших студентов, это на международные выставки, где ребята сталкиваются в реальном, в прямом контакте с живыми людьми, где они слышат, что так, что не так. Брать определенные советы у народных мастеров касаемо, что так, что не так, порой элементарная человеческая зависть в лице тех же народников просто может человека, начинающего, не простимулировать, а наоборот фактически его утопить и сказать о том, что не надо вообще заниматься. Так что посредством данного на начальных этапах не совсем можно. Почему? Потому что мы учимся. Туда дальше, да, человек может ему приносить доход, где-то вспомогатель, где-то помощь и прочее. Так что так показывает практика, так показывает жизнь. Новичкам совет простой. Ребята, никогда не сомневайтесь в том, что вы можете, ибо сомневающийся человек подобен морской волне, ветром поднимаемый и ветром раздуваемый. У сомневающегося человека путь не тверд, ибо он сомневается. По этой причине вы должны с верой и без сомнения делать ровно свои любые начинания. Прежде всего, я являюсь украинским блогером Адольфом Юрьевым и украинским гражданином. Моя страна – Украина. Я украинец от рождения своего. Нюанс в следующем – я просто одессит. Родился и вырос я в городе Одессе. Меня так научили. Сейчас просто-напросто меня переучить. А как переучить? Спилку ватыся, я думаю, любой человек меня понимает. Если к нам приезжают американцы и немцы, к примеру, без навыка владения нашим языком, и украинским, и русским, без разницы, в чем ключевой нюанс? Они нас понимают, потому что показываем. И какие-то определенные соприкосновения, схождения. Я скажу даже больше. Очень много хороших знакомых Западной Украины, которые разговаривают щиро на украинской мове. У нас никогда не было какого-то преткновения в том, что ты спилкуешься так, а я разговариваю так. Я не вижу в этом проблем.
Вообще никаких. Не надо на этом циклиться. Ибо моя самоотдача по любому человеку, когда я в особенности занимаюсь с детками из малодостаточных семей, потому что у меня в моей региональности я провожу это очень сильно, наверное, в этом больше выражается человечность и все последующее. А чтобы более объективно сказать, наверное, проводится просто опрос среди миллион человек, которые я производил опрос, и четко и ясно я получил ответы, что это не является проблемой. Если где-то есть отдельно выраженное, чему вы не спелкуетесь, это с 3 миллионов задаваемых вопросов людей, с которыми я соприкасаюсь, для них это не имеет значения. Вот и все. И не является раздражителем. Так что давайте лучше заниматься резьбой, чем-то творчеством, каким-то искусством и прочим. Все просто. То что тут додать? Как говорится, в жизни бери и делай, и все получится. Только не сомневайся в том, что делаешь. И никогда не будь маловерным. Прежде всего, данное занятие, оно тебя порой может отвести от чего-то плохого и фактически наставить в чем-то хорошем и позитивном. Потому что творчество любое, оно только наставляет. Оно не делает человека какого-то жестокого там, агрессора, либо еще что-то. Наоборот, резьба по дереву фактически она более умиротворяет. Именно умиротворяет. Так что, ребята, с наилучшими пожеланиями, Адольф Юрьев и компания «Стрей», прежде всего выражает то самое доверие, которое оказано нам всецело. Я думаю, мы его оправдали. А дальше, как говорится, добро пожаловать в общее дело. В чем сможем, тем поможем. В чем сможем, в том поспособствуем. Так что, ребята, от души и сердца мы к вам.